находимся в зале геологии Асбестовского исторического музея. И я хочу вам рассказать об очень уникальном и необычном минерале, как асбест. На самом деле люди присвоили этому минералу волшебные необычные качества, и поэтому слагали про него различные легенды. Люди считали, что асбест на самом деле это не камень, а окаменевшее растение. Когда-то давным-давно были такие кусты неопалимой купины, которые не боялись огня. И вот именно эти кусты и превратились в окаменевший асбест. Другие говорили о том, что у асбеста не растительное происхождение, а животное. И рассказывали о таких необычных саламандрах. Когда им приходило время умирать, они забирались в огонь и именно там сбрасывали свои старые шкурки, надевали новые и уже с новыми шкурками возвращались в новую жизнь. И именно эти саламандровые шкурки окаменели и превратились в минерал асбест. Асбест очень не похож на другие минералы. Если приглядеться к нему повнимательней, то можно увидеть серебристые волокна, которые расщепляются на все более и более тонкие волоконца до тех пор, пока они не превратятся в такие тонюсенькие, что их можно будет разглядеть только под микроскопом. Давным-давно ученые-геологи разобрались в его происхождении. Химики и физики изучили его состав, свойства, его особенности. Если в давние времена у асбеста ценились только качества волокнистости и негоримости, то со временем появились все новые и новые его особенности. Например, когда появились первые паровые машины, асбест стали применять для пароизоляции. Век пара сменился веком электричества. И тогда асбест стали применять для изоляции тока. Понадобился асбест и химикам, потому что он не разрушается при щелочах, а некоторые виды асбеста не разрушаются и при воздействии кислот. Заинтересовались асбестом и люди, изучающие микробов. Оказалось, что из асбеста можно сделать фильтры, которые не пропускают никакие бактерии. Ко всем остальным вышесказанным особенностям асбеста хочется сказать, что асбест очень пластичен. Например, из 1 килограмма асбеста можно вытянуть нить длиной в 30 километров. Кроме того, асбест еще и очень прочный. Даже сталь уступает по прочности нити асбеста. Если, например, сталь в разрезе 1 квадратный миллиметр разрывается при нагрузке в 213 кг, то нить асбеста будет рваться при нагрузке в 300 кг. Уникальные, удивительные особенности привели к тому, что асбест стал незаменим в современной промышленности. Все знают, что из асбеста делают рукавицы, фартуки, маски для пожарных. Из асбеста также делают и театральные занавесы. Также делают бумагу, на которой печатают особо важные государственные исторические документы. Очень оценили асбест в строительной промышленности. Например, делают шифер, делают асбакартон. Также из него делают асбаплиты. Из длинного волокна делают канаты, тормозные ленты, также полотно для жаростойкой одежды. А из коротких волокон делают трубы. Например, смешивают цемент с асбестом, и такие трубы очень выигрывают по сравнению с металлическими в том, что металлические трубы ржавеют, а цементоасбестовые трубы они не ржавеют и тем самым не загрязняют воду, которая протекает по этим трубам. Используется и для газа, для нефти. И такие трубы прокладывают очень чувствительные электроприборы, потому что асбестовые трубы не пропускают электрический ток. Трудно перечислить все отрасли, в которых используется асбест. На самом деле он настолько уникальный, что современная промышленность просто-напросто не может без него обойтись.